Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Мага, и сегодня мы играем Roblox, долгожданный режим, хоррор элеватор. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так, я забыл кроссовки взять, с кроссовками было бы лучше. Поспешил, я сразу в лифт зашел. Ты ничего, сейчас мы пойдем и причиндали все соберем, когда проиграем. Или сбежать надо с карты. Попробуем. Димас, а ты заметил то, что вот ник поменялся? Да, здоровые ники стали. Бенди! Все прячутся, я тоже. Так, 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 так. Ну а дайте залезть. Будет? Нет, Бенди идет. Смотри, как огромный. Он нам ничего не сделает, их очень много. Я убегаю, Димон! Я на себя взял его и умер. Я отдал свою жизнь заради вас, пацаны. Или ты тоже умер? Да, я умер. Но я сейчас, знаешь, что возьму. Так, я иду тоже брать. О, кроссовочки быстрые. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Чуть не забыл пожелать. Ой, и все, ням-ням-ням-ням. Все взял. Так, кроссовки взял, взял троечка. Все, Димон, я теперь самый быстрый пацан. Димас, хочешь мой скин видеть смешной? А где ты, где ты? Ты в лифте уже? Да-да-да. Ой, сыпишечка. Ах, блин, прям в лицо ему пришел. Вот, блин, западло, а ты тоже умер. Постепенно были, были. Они тут обновляют режим и добавили. Полноценный хранение. Режим уже получается. А я убегаю от цепи. Ля-ля-ля-ля-ля, мои монеточки. Я выиграл! А, я ж проиграл. Ладно. Я ж в тот раз слился. Ну, с кроссовками вообще можно любой режим затягивать. Одел кроссофаны и побежал. Димон, свечки не помогут. Четко. Погнали, погнали, мои монеты. А где тут это чипзик? Столько людей бегает, пила. Я путаю. Дима, слышишь, это пила. А, я в лифт. Блин, ну и меня первого. О, прикольный скример. Крутяк. Ладно, я отомщу ему за все. Ох, и звуки прикольные сделали. Такого не было. Беру все подряд, как всегда. О, Димаш, что берется, что нет. От чего-то. От чего-то? Для чего-то. Вроде дверь какую-то на спауне можно открыть ключиком. А, да. Ну что, давайте, толпу выпускайте. А я тут постою, посмотрю. Димас не знает, ребята, кто знает, из какой игры эта карта, пишите в комментариях. И. Получите печеньку. И будет все хорошо. Вот вам большая подсказочка там была в конце. Я думал, ты скажешь, и ваша мама будет жить вечно, знаешь? Вот это скример. Не-не-не, не догонишь. Соник, я буду так кругами ходить просто. А я зомби. Молодчик. Все, он ушел от меня. Нет, он его сюда ведет. А он застрял. Есть. Это было очень просто. Так, я бегу в лифтецкий. У меня кеды убийцы. А я зомби. Хо-хо-хо. А не было ж зомби. Теперь сделали. Видишь, у, меня такое... у тебя туловище зомбяча, а голова нет. Тут на саксофоне фигачит. О, гномик. Вот этот мне не нравится, чувачок. Да, он плохой. Топором лупит постоянно и ржет. А я умею от него убегать. Вот говнюк маленький. Отсняет меня. У тебя есть век, Димон. Это не ты его озвучивал в этой игре? Блин, чуваки суетятся, бегают, я путаюсь, где кто. Он просто, он надо мной смеется, а я теперь над ним смеюсь. Ай-яй-яй. О, Димас, новый. Вот этого не было. Это, короче, бабулька какая-то. Ай, бабулька мне, короче, саблю в живот вставила. Вот, Димас, видишь, новая, новая, вот это, нью. Да. Вот это бабулька наступила. Гренни. Да-да-да. Блин, я ничего не взял и зашел в лифт. Хотел успеть еще разок. Я пошел, да, меня Гренни первого убила. Димон, ты живой остался? Скинь мне что-нибудь, что у тебя есть причиндали есть?
А как скидывать? А? Backspace. Кино. Да нифига, я кто-то другой поймал. Ну ладно. Так бывает, облом. Тут вообще электрическая какая-то мотня. А, это фонарик такой. Ой, SCP-096. Блин, и без кроссовок проиграю. Вау. Пробую запрыгнуть. Давайте фонарик. Ну, давай. Ай-яй-яй, моя голова, кишка залетела. Димас, на него нельзя смотреть. Вообще нельзя смотреть. Это же 096. Он больно делает. Ой, я замороженный какой-то. Очень больно делает. На него вообще нежелательно смотреть никогда. Сейчас посмотри на меня, я замороженный. А кто тебя так сделал? Так, пошли со мной. Заходим в эту комнату. Вот. А вы где там? А я скины беру новые. О, ничего себе. Вот убрали гоньку, покажешь? Тихую марионетку. Да, иду. Я буду с кроссовочками, как всегда. По красоте. На, звук убийцы, я слышу. За мной бежит, да, я не дамся живым. Она тоже ржет, как ненормальная. Ненормальная. Почему она? Именно за мной. Это не прикольно, это не прикольно. Не знаю. Это Джефф убийца? Да. Из крипипасты. Очень стрёмно. Еще и куча людей путаешь его с этим Джеффом. Я тоже не знаю, Джек или Джефф. Я лифт забежал. Так, мы затащили. Чего я проиграл? С какого фига я разбился об что-то? И мне засчитали смерть. Гениально. Хату. О, погнали к соседу. Это тоже новое, Димон, я этого не видел. Я тоже. Ребята, лайк, если вам нравится «Привет, сосед». Потому что мне очень нравится. Музыка из «Привет, соседа». Я наверх иду, монетки, мега-монетку собрал. Ой-ой-ой. Так орёт. О, классно, «Привет, сосед». Меня убил чистый. Это жесть. Он читер. Он не читер, он красавчик, а я хочу выиграть, я здесь постою. О, я выжил. И мы, Димон, выжили. А, Димас, ну да. Мы с тобой вдвоем выжили. Ждем это убийцу. Пятница 13-я. Да. Главное, что а не тут... пятница 14-я. Суббота 18-я. Оцепь меня, говнячок. Ну где он, где он? Он за мной бегает. За мной теперь. Так я монетку вас, пацаны, верю. А я на его бошку прыгаю. Так. Так, Димона вижу. Посмотри, все такими прическами, как я. Это модная прическа, Димас. Нет, модная у меня быть рыжим дурачком. Так, The Barn. А, с бензопилой чубзик. Он за мной побежал. А пусть бегает, я его монетки успею пособирать. Он любит рубить всех на мясо, кусать ногами. На мясо. Дима, посмотри, где я. А где ты? Прыгаю. Я на кручу. А ну-ка, Димас, подвинься. О, норм. Все, стоим. Блин, да ну не хочу я падать. Ну. Я убегаю. Я его сейчас приведу и уйду. Бежит. Опа, чувака зарубал, я видел. Короче, на столе, там суп варил из человеческих голов. Давайте ключом. Опа, он пришел. Блин, кроссовки мои забыл одеть волшебные. Я видел в шопе Red Room называется она, да? Да. Короче, мне сейчас надо сбежать, Димас, если я зайду я в Red Room, то у меня там классные штуки будут. Сейчас мы вместе, Димас, зайдем. Да. Димас, мне дали, короче, плюс 80 хп. Ничего себе. Без кроссовок сюда не заходи, Димон, тебя сразу этот чубзик убьет. А сейчас ты, Димас, увидишь меня. Хочешь меня увидеть, Димас? Нет. Я теперь такой офигенный. Хо-хо-хо. Да. Посмотри, что за костюм на мне. Ящерица какая-то. Так. Криперс. Ту-ту-ту-ту-ту. О, Димон, ты хорошо поешь. Ну, спасибо, да, хорошо.
Она такие звуки издает. I see you, я тебя вижу. Hide and seek. О, здесь карта большая. Да. Можно даже сбежать. О, мы сбежали, Димон. Красота. А где эта дверь, покажи, находится, которую вот ты открываешь? Она, ага, вижу. Красная комната. О, Димас, я невидимый, смотри. Димас, смотри. А как? Смотри, я сейчас скину такую штучку тебе. Вот, держи. Вещичку. Вот это, 666. О, смотри, что со мной. А что, это рандомный скин выдается или что? Не-не-не, ты должен быть невидимым. Ты, наверное, много... Это что за убийца? Идите, идите, я тут постою. Я вспомнил, что ноги болят. Есть. Ого, это звуки там. Затащили. Тут это... А как тут выбежать? Как никак. Убежать? Ой, я возвращаюсь, вспомнил, дела важные. Красный ключик. Я, Димас, вперед иду. Где у меня красный? Красный... Давай, ты должен выжить. Ты должен выжить. Да, выживай каким-то путем. Ой-ой-ой, он за мной бежит. Димон, я его веду к нам случайно. Нет, убегай отсюда, Димас. Опа, я его перепрыгнул. У-ху-ху. Бежим. Бегу. Все, мы затащили. Смотри, 3, 2, 1. Повезло. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.